Всем привет! Поступил вопрос, что делать с засохшими бутонами или вообще, когда отцветет кактус. Вот смотрите, засохли бутоны, и я снимаю их. Вот здесь вот, допустим, образовались семена, засохла коробочка, и можно снять. Когда только процвел кактус, и вот оно все еще такое не сухое, нельзя снимать. Потому что если вы будете крутить туда-сюда, оторвется иголочка, и кактус потеряет внешний вид. Некоторые позасыхали бутончики. Их можно просто удалить. Вот здесь вот сам отвалился, видите? Я всегда жду, когда уже можно спокойно снять, когда само отвалится. Если вот так вот тянешь, нельзя, немножко потянул, не идет. Значит, не надо снимать, чтобы не повредить кактус. У меня, видите, очень много таких. Также можно вот эту вот штучку вот здесь вот немножечко вот так вот ножичком подрезать. И вот эта штучка, что останется, кусочек бутона на теле кактуса, он очень быстро засохнет. Буквально на второй день вы просто уберете спокойно. Потому что если вы это отрежете, перестанет поступать эта влага, и все быстренько отлетит. Вот так же здесь, вот видите, бутон вчера закрылся, его не надо удалять. Очень опасно, можно повредить кактус. Вот здесь вот уже все удаляю спокойно. Давайте посмотрим вот здесь. Так, завязываются семена. Естественно, никак. Вы можете вот это все засохшее немножко ножничками обрезать, если у вас такое есть. Так, посмотрим здесь. Уже засохло. Вы берете спокойно и удаляете. Видите? Вот, специально отрезала только что. Показать вам наглядно. Завтра, послезавтра уже вот эта вот штучка, она бутончик, кусочек, засохнет. И все, и вы ее пинцетом спокойно удалите. Поэтому вот такие дела. Вот смотрите, здесь семена завязываются. И вот здесь вот тоже завязываются семена. Вот это можно легонечко ножничками, вот это засохшее, убрать. Но если вы будете тянуть, выкручивать, вот как от нетерпения многие это делают. Здесь все повредится. Иголочки повыпадают. Ну, как-то так. Надеюсь, что я вам рассказала, а вы правильно поняли, как ухаживать. Вот здесь вот только он отцвел вчера, закрылся. Здесь еще нельзя снять. А вот здесь вот спокойно я сняла. Видите? Так что вот и здесь спокойно. Ну вот, такое вот видео короткое. Желаю вам всего самого наилучшего. До свидания.